В Тверской области за прошедшие 6 лет по программе поддержки местных инициатив благоустроено более 1500 разных объектов. В этом году к ним добавится еще более 200. Самые популярные направления у жителей Верхневолжья в этом году – системы водоотведения и водоснабжения, детские и спортивные площадки, ремонт дорожной инфраструктуры, благоустройство территорий. Подробности у нашего корреспондента. В этом году программа охватит 35 муниципалитетов Тверской области. Самыми активными участниками стали Старицкий, Балаговский, Фировский районы, а также Вышневолоцкий и Осташковский городские округа. На поддержку инициатив граждан из областного бюджета направят более 146,5 миллионов рублей. В этом году наибольшее предпочтение жители региона отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и уличного освещения. Это народная программа. Почему? Потому что это инициатива граждан, которая притворяется на той или иной территории. И кроме этого, я хочу сказать, у людей очень вырабатывается хорошее чувство, особенно у младшего поколения. Они бережно относятся к тому, что сделано на их территории. То ли это детская площадка, то ли это спортивная площадка, то ли это какой-то другой проект социально значимый. Вот. Поэтому население эти программы поддерживает. Сегодня ППМИ – это хорошая возможность при софинансировании из регионального или муниципального бюджетов решить проблемы местных жителей. В правительстве Тверской области оценили, что программа на территории региона реализуется эффективно. Важно отметить, что большое активное участие принимают жители региона, жители всех муниципалитетов. Мы видим, что очень большое внимание, очень большой интерес проявляют жители, в том числе при контроле качества проведения работы и при сдаче объектов. Во время заседания от руководителя ассоциации Совета муниципальных образований Тверской области прозвучало предложение об увеличении финансирования на реализацию программы поддержки местных инициатив в этом году, с тем, чтобы муниципалитеты, которые не прошли конкурсный отбор, смогли доработать свои проекты, документацию и принять участие. Предложение было поддержано. Мы сделаем второй этап программы ППМИ на текущий год и дополнительно более 80 проектов в большинстве муниципальных округов и районов нашей области войдут уже во второй этап этой программы на 2022 год. Впервые в программе участвует ЗАТО «Озерный» – проект по благоустройству детской площадки на улице Советская. Также по поручению Игоря Руденя в Тверской области работает программа по поддержке школьных инициатив, в которую в этом году будут вовлечены 12 территорий.